Молодежный турнир по пляжным видам спорта прошел в Южно-Казахстанской области. На берег водохранилища Шат-Дара со всего региона съехались порядка 350 молодых людей. Турнир организовали в рамках реализации программной статьи президента «Взгляд в будущее. Модернизация сознания». Пляжный волейбол, мини-футбол и перетягивание каната. Массовый турнир развернулся на берегу водохранилища Шардара. Принять участие в соревнованиях, искупаться и просто хорошо провести время приехали юноши и девушки со всего региона. Соревнования организованы управлением по вопросам молодежной политики, также при поддержке управления туризма и спорта. Кроме того, нас поддержали акимат Шардаринской области. Помимо популяризации активного образа жизни, турнир «Массовый спорт для молодежи» преследует еще одну важную цель – знакомство с родным краем. По мнению организаторов, сами южноказахстанцы порой не осознают туристического потенциала региона. Согласно статье президента «Взгляд в будущее. Модернизация сознание» и программе «Родная земля» мы даем возможность молодым людям оценить всю красоту родного края. Горы, реки и озера, исторические места. Кроме того, эти соревнования объединяют. На этот раз молодым жителям Южно-Казахстанской области предоставилась возможность оценить красоту Шардары. Но в будущем организаторы планируют проводить подобные соревнования в других живописных местах региона. Асем Караулова, Ерлан Куандыков, Ержан Сейдазимов. Информбюро, Южно-Казахстанская область.